Когда несколько месяцев назад я получил сообщение, что получил Словацкую премию мира, то ко мне много подобного рода писем пишут. Я думаю, это какая-то шутка. И попросил наших пробить вообще, что за премия. И удивился, что это серьезная премия. Я даже не знал, что я номинировался на эту премию, потому что мы вообще, я не участвовал в этом. А когда я узнал, какие у меня были конкуренты, ну, на получение этой премии, это Сорос, миллиардер, президент Китая, король Бутана, ну, я понял, что это все серьезно. Здесь была, конечно, конкурентная борьба. Подавляющее большинство голосов я был избран и награжден премией, большим отрывом от других. Я думаю, что главное здесь сыграло то, что программа Skyway, а тем более Spaceway, откуда, собственно, истоки Skyway, это, наверное, единственная программа на сегодняшний день, которая способна объединить весь мир, все страны, общими целями и задачами. Помирить народы. Сейчас вообще что-то страшное, ужасно творится в мире. Делят земли, делят воды, делят ресурсы, нефть, газ. Разбираются друг с другом. А ведь мы живем в одном доме. Даже это не дом, а одна комната, где нет даже перегородок. И дом называется биосфера планеты Земля. Что нам делить? Мы только убьем друг друга, деля. И при таком развитии, как сейчас, у цивилизации нет будущего. Я сегодня об этом говорю при вручении премии, и многие меня поняли и поддержали.